В Сумах от столбняка умерла 5-летняя девочка. Она поранила ногу, когда играла во дворе. Родители вызывать врача не торопились, обрабатывали рану дома самостоятельно. В больницу поехали только, когда девочка была уже в тяжелом состоянии. Ее сразу направили в реанимацию, но спасти малышку не удалось. В семье было 7 детей. По словам врачей, если бы ребенку сделали все прививки, его удалось бы спасти. Однако родители детей не прививали. Как они объяснили медикам, вакцинацию не допускают. Их вера. С журналистами встречаться родители отказались. Дитина ця не була взагалі щеплена і не було захисту від будь-яких інфекцій, починаючи з народження. Якби дитина мала щеплення згідно свого віку, її можна було попередити це захворювання і як результат її смерті.